Сегодня завершилось совместное войсковое учение группы советских войск в Германии и Национальной народной армии ГДР. В ходе учения отрабатывались вопросы управления и взаимодействия различных родов войск. По оценке руководства учением, оно показало возросший уровень полевой выучки войск. Цели, поставленные на учение, достигнуты. На учении присутствовали приглашенные в соответствии с документом Стокгольмской конференции наблюдатели отряда государств-участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.